Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. В Кирове территории возле домов хотят расчистить от киосков. Гордума на следующей неделе будет вносить очередные изменения в правила внешнего благоустройства города. Они предполагают запрет на размещение киосков во дворах. Новые ставить будет нельзя, а существующие придется снести. Против такой инициативы выступил депутат Думы Михаил Ковязин. По его словам, сейчас активные жители через собрание собственников дают разрешение на установку торговых объектов на своей территории и за счет аренды получают дополнительные средства на содержание общедомового имущества. В год, как отмечает Ковязин, дом получает 50-60 тысяч рублей с одного киоска. Программа «Экономика». 2000 предпринимателей меньше, чем за месяц запросили льготные кредиты. Их выдает с 1 июня ряд банков, попавших в госпрограмму поддержки бизнеса. Получил деньги примерно каждый второй. Им выдали в общей сложности более 2 миллиардов по 2% годовых. Предполагается, что такое кредитование поспособствует сохранению занятости. Для получения кредита нужно сохранить 90% штата и оклады. Кредит будет списан вместе с процентами. Все финансовые обязательства берет на себя государство. Те организации, где будет сохранено не менее 80% персонала, вернут только половину суды и процентов по ней. Экономика на 101 FM. Продлены сроки выплаты 12 тысяч на сотрудников пострадавшего от коронавируса бизнеса. На новую помощь можно заявиться до 1 июля, что позволит получить ее компаниям, включенным в список пострадавших, на более поздних этапах. Это субсидия в размере МРОТ 12 130 рублей на каждого работника. За апрель в Кировской области, по данным налоговой службы, поступило более 12,5 тысяч заявлений, сумма по ним 439 миллионов рублей. За май поступило 10,5 тысяч на 400 миллионов. В течение июня можно продолжить подавать документы на субсидии и за апрель, и за май. Экономика. Завершение валюты. Доллар сегодня 68,84, курс евро 77,68. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.